Всем привет, с вами Security Agents Games. Да. И это информация об этой неделе и еще следующей. Так что да. Так, ну, начнем с того, то, что как бы на следующей, возможно, неделе, может, на предследующей. Ой, на следующий либо на этой, возможно, даже будет сериал по Майнкрафту вместе с Арбитром. Так, я забыл микрофон подвинуть. Да. И этот сериал будет называться Prison. Вот, я уже начал строить карту. Будет очень много человек мне помогать. Ну как очень много? 6 человек. Да. Вот, может даже 5, я точно не считал, но также, извините, что я просто болею, мне сопли, да. Будут стримы, это вторая новость, стримы будут, вот, и они будут проходить по субботам и воскресеньям, тоже, возможно, на следующей неделе, может, на следующей. Вот, и, в принципе, очень крутые игры будут, то есть, смотрите, тоже мы будем стримить с Арбитом Бросом, и мы будем стримить вдвоем. Ну, я имел в виду в субботу, то есть, всего у нас 6 игр получается. В субботу стримит он, я в воскресенье. И так получается 3 недели. То есть 2 игры за неделю. В субботу он, в воскресенье я. Итак, в субботу стримит он, да? Первая неделя. Он стримит Майнкрафт. Но мы точнее будем стримить Ваймурн. Играть на сервере этом. И всякие фигнюшки вытворять. И на следующий день, в воскресенье, я буду... Я тоже буду стримить. Мы вообще совместно, но снимаем стримы на разные каналы. Ссылку на Orbit Bros я также оставлю. Вот. И в принципе это вся информация. А, так, дальше. В воскресенье буду стримить я. И у меня будет игра, получается, Fortnite. Да, Fortnite. Дальше на следующую неделю в субботу будет стримить он. И он будет стримить, получается, я забываю все время, будет стримить Valorant. Да. И на следующий день я буду стримить CSGO. Дальше на следующей неделе, это финальная неделя, в субботу он стримит, получается, какая там игра. Сейчас, если посмотреть, сейчас я посмотрю быстренько, а то я уже его забыл. Так, сейчас. Подождите. Так, давайте я скажу заново. Первая неделя, суббота, это Майнкрафт у него. На следующий день, в воскресенье, я Фортнайт. Дальше вторая неделя, в субботу он Valorant. В воскресенье я PUBG. Потом и третья неделя, в субботу он CS. И я в воскресенье Left 4 Dead 2. Вот такой список. И также я буду проводить свой стрим. Не знаю, как он. Возможно, мы будем тоже совместно. Я буду проводить стримы на Push Brawl Stars. Я создам нулевой акк. И буду играть на нем. Ну, конечно, у меня есть основа, но я играю за кадром. И также, возможно, сегодня выйдет видео насчет того, что... ну, первая серия Brawl Stars. Без доната рубрика. Вот. Вот такие дела. В среду я буду, то есть, я в воскресенье и в среду буду стримить. Он в субботу. Не знаю, может он тоже в среду будет, но в один день стримить будем Brawl Stars, если он нулевой акс создаст.
То есть в среду я буду стримить пуш и также просто записывать серии как видео. И будет прикольно. Возможно, на этом маке что-то будет выпадать. Ну вот. Вообще я планирую на это копить Brawl Pass. Накоплю хотя бы 10 уровень. Ну, начну играть. И накоплю 10 уровень. Ну вот, накоплю 10 уровень. Ну, на видео накоплю. И потом уже либо на стриме, либо. Да. На следующей неделе я буду стримить, а сегодня, возможно, видос. И открою на следующей серии. Вот. Ну, все, на этом вся информация закончена. С вами был Security Agents Games. Сейчас бы не хоп, если пройду. Всем удачи, всем пока.